Ребятушки, всем привет из Севастополя, набережная Севаста. Я решил позаниматься буквально 8 секунд, поподтягивался разными хватами. Меня человек поснимал, от души ему за это спасибо. Корабль, кстати, он перевозит машины, где-то 5-6 машин в него залазит, вместе с людьми. Сейчас одел водолазные очки и буду нырять, снимать, что под водой, смотрите. Да, хочу посмотреть, как что там. Просто прыгать не варик, она слетит. Он же прыгал, улетает. Два. Как уже сказал, прыгать не вариант с очками, они всегда слетают, сколько бы я раз не прыгал. Не знаю почему. Вот слетают и все, хотя очень плотно одеваю. Посмотрите, как под водой интересно. Мне было вообще забавно и прикольно. Блин, офигенно! Это и правда офигенно, когда вы редко это делаете. Я это только в этом году с очками плавал. Не помню, когда последний раз до этого. Может быть, в детстве, когда был маленьким. А так, вот первый год, когда в очках плаваю под водой. Прикольно! Еще я заметил, что мне тяжело долго держать воздух под водой. Не знаю, как это натренировать. Просто, наверное, чаще не дышать под водой и плавать. Но для меня это довольно-таки сложно. Плюс я еще много занимался на турниках, то есть дыхалочка так подзабилась. Вот я к лесенке подплываю. Здесь эти лесенки опорные, они везде абсолютно. Слева, справа, их куча. Можете подплыть, постоять, отдохнуть. Ноги просто разбегаются и прыгают с пристани. Поэтому по-разному. Можете слезть, скатиться. Девчонка с парнем зажигали. Стою, перевожу дух. Вот эта женщина, она, видели, она спускалась. Сейчас я вынырну, она не умеет плавать. И спрашивала, глубоко ли там или нет. Или выдержит ее подушка, либо нет. Не знаю. По ней было заметно, что она боится утонуть. Как ни странно. Бывают люди, которые не умеют плавать в таком возрасте. Видимо, это нормально. Ребятня сидит, наслаждается природой, все по кайфу. Сейчас буду вылазить. Буду использовать лестницу вместо брусьев. Пару подходиков. Вернее, отжиманий. Рум-пу-пум. Тоже можем прокачивать.